Всем привет, меня зовут Андрей, и вы на канале Серверок. Последние несколько дней я был очень сильно занят, и не было времени для выпусков новых видео. Но я продолжал снимать разные отрывки из своей жизни. Ева тоже немножко снимала лошадей. Присаживайтесь и наслаждайтесь видами. Просьба ко всем поставить палец вверх. Вам не трудно, а для нашего видео это очень важно. Это поможет продвинуть это видео на YouTube. Вот нам и песочек привезли. Фундамент засыпать. Ну, в принципе, столько же и выглядит. Сколько чернозема сняли, столько и песка. На работе отработал, а теперь дома отработай. О, мой верный друг и помощник. Да, Кевин? Где собака? Где собака?
Еве стало скучно, и она пошла навестить лошадей. Чао. Ку-ку. Фермент. Ну, видите. Йо, лёпс. Лёпс, так он снял. Слабшись. Ну, бэт. Бумба. Я. Ю. Витю. Не потик. Я цикл. Что стоишь? Дай бомба. Витико. Не? Вермушка. Kur tavs kājas? Ko?
Всем привет. 6:30 утра. Спал плохо, потому что всю ночь был этот ураган. Задувает, дай Боже. Занесло меня. Речка Даугава. Лейлварда. Объект возле бы прямо возле самой речки. Тут место такое для купания. Когда-то были дачные участки, а сейчас народ настроил домиков разных. Снова меня занесло в Сигулду. Тут такая красотища. В прошлый раз тут какие-то другие флаги висели. А сейчас оба латвийских флага с обеих сторон. Наверное, там может быть флаг города был какой-то. Очень красивые места. Сейчас еду к клиенту. Ну там вообще такая красотища у клиента. Такое уютное место. Там нет такого прям супер виды, но у них такой лесочек, такая горочка, такая классная там, в общем. Там наверху виднеется какой-то замок. Это, наверное, какой-то знаменитый сигулдский, какой-то крепость, замок, не знаю. Надо будет посмотреть в интернете потом. Тут тоже красотища такая. Вот мы сейчас поднялись наверх. Здесь такой старинный домик такой. Если тебе понравился этот ролик, ставь палец вверх, подписывайся на мой канал и пиши комментарий. Большое спасибо за просмотр!